Приветствую вас, мои очаровательные зрительницы, с вами Лилия Донскова, и сегодня мы поговорим об ароматах. Дело в том, что ароматы являются огромной и важной такой наполняющей нашей жизни, потому что по аромату мы можем определить свое настроение или даже изменить свое настроение. И ароматы мы подбираем не только потому что нравится или не нравится, а мы подбираем еще и по сезону, потому что летом хочется одних ароматов, зимой других, осенью третьих, весной четвертых. И даже та же самая весна в марте еще холодно, еще у нас зима все-таки, и даже апрель еще холодный, у нас идут одни ароматы, хочется более теплых, согревающих, таких с такими мягкими нотами. Весной хочется чего-то звонкого, цветочного, уже такого пробуждающего энергию, а летом хочется прохлады. Так вот, май — это тот самый месяц, когда уже практически наступает лето. Конечно, в разных частях нашей страны, и не только нашей страны, да, где-то холодно еще, где-то уже жара, у нас, например, уже жарко. И я вам сейчас покажу ароматы, которыми я пользуюсь сейчас. Я их выставила себе на этот самый период времени. Итак, начнем с первого аромата, который мне попался в руки. Это серия Women's Collection, и аромат называется Sensual Jasmine. То есть сразу аромат кричит о том, что в составе входит яркий ингредиент — это жасмин. И помимо жасмина еще у нас здесь есть ландыш и белый мускус. То есть аромат, по сути, да, по названию кажется, он будет сладким и приторным. Нет, да, он цветочный, да, в нем есть сладкие ноты, но при этом это тот самый аромат, который вот пробуждение для меня обозначает, потому что вот все начинает расцветать, и в то же время он бодрый. Я очень люблю этот аромат, мне он нравится именно вот сейчас весной, я его достала, чтобы им с удовольствием пользоваться. И несмотря на то, что цена у аромата обычно в каталоге в районе 500 рублей, может быть 469, там 549, то есть сумма за него невысокая, он обладает достаточно высокой стойкостью. То есть я им пользуюсь пару раз в день, то есть достаточно утро нанести и во второй половине дня, чтобы еще усилить немножечко яркость этого аромата. Он мне нравится, такой прям классный, и скорее всего он со мной уйдет и в июнь. То есть этот аромат я, может быть, и в июнь с собой заберу, но пока что у нас начало мая. Следующий аромат, давайте по порядку. Сейчас я вам скажу, какой следующий. Давайте вот этот расскажем, про аромат Eclat Mademoiselle. Здесь остались последние капельки, я их сейчас как раз вот использую последние дни, даже день-два еще, и все, он закончится. И именно сегодня я как раз с этим ароматом. Eclat Mademoiselle, его состав входит сладкое яблоко, белый гибискус и мускус. И этот аромат, вот прям вот весна, вот все расцветает, все зеленеет, энергия, поток такой вот яркий, и его хочется вдыхать и вдыхать. И он такой, знаете, девичий, он создает настроение, что мы не просто, да, там, да, я женщина, я взрослая женщина, но он мне дает состояние, как будто я девчонка, и мне хочется легкости, мне хочется хихикать, порхать, очень много энергии от этого аромата. Я его прям рекомендую вам рассмотреть повнимательнее, закажите себе пробники, подегустируйте, походите с ним. Мне кажется, этот аромат большинству женщин нравится, по крайней мере я не встречала такой девушки, которая мне сказала: нет, это вообще никак. Очень приятный и классный аромат. Дальше мы поговорим об аромате, сейчас я вам скажу, как он называется правильно, и вы его можете найти сейчас в каталоге. Сейчас, я тут уже запуталась в своих заметках. Ага, в шестом каталоге как раз нас ждет с вами супер классное предложение. И этот аромат, еще, нашла, Амбер Эликсир Кристалл. Во-первых, сразу упаковка, у него очень красивый дизайн флакона. Если предыдущие два отличались какой-то простотой своего дизайна, то этот уже просто впечатляет. Очень красиво, очень круто все, прям на золото гравировка идет, название аромата. Состав у него необыкновенный, это
Свежий морской аккорд – это главная нота. Аромат восточно-цветочный. Значит, аккорд балтийского янтаря, цветок нигеллы и тростниковый сахар. Все названия такие экзотические, необычные. Первое сразу: как же из моря взяли экстракт? Как же из янтаря взяли этот аромат? Ну, понятно, да, что это название очень красивое. Но аромат отличается от всех ароматов Oriflame своей яркостью, необыкновенностью, буйством. И именно вот сейчас он такой энергичный, классный, и я пользуюсь в основном, вот хочу просто этот, чтобы вот закончился и уже убрать его в пустые баночки. И у меня в приоритетах стоит Amber Elixir Crystal, и как раз сейчас в шестом каталоге вы еще успеваете его купить с огромной скидкой, всего за 999 рублей. Поэтому воспользуйтесь этим шансом, потому что аромат, ну, не оставит равнодушным точно никого. По крайней мере, я прям была под впечатлением, когда первый раз его распробовала. У меня, кстати, с ним такая история связана. Я заказала пробник, когда он только вышел новинкой, попробовала, не поняла и как-то его не взяла, не заказала. Потом мне его заказала клиентка и пропала. Вот бывает такое, что знакомишься с человеком, принимаешь заказ, приходишь, а его уже уволили, а контакт сразу не взяла. Это, конечно, мое упущение. Ну ладно, и аромат у меня постоял немножечко, и я думаю, надо открывать, может быть, это как раз знак, что он мне нужен. Я его открыла и просто чуть в обморок не упала. Думаю, как я могла пропустить такой аромат необыкновеннейший. Вот моя прям любовь к нему с первого, можно сказать, взгляда, когда я из оригинала его распробовала. Потому что когда мы пробуем в тестере, мы все-таки не видим вот всей глубины и красоты аромата, и нет возможности его прочувствовать до конца. А когда вот из оригинального флакона, тут, конечно, совсем другая песня идет, и она впечатляет. Следующий аромат, вы, наверное, удивитесь, как и я, это Valeré беленький. Сейчас я найду его описание, потому что, естественно, я не помню все наизусть, что, где, у кого какой состав. Ну, по поводу этого аромата я могу сказать, что также он для меня открылся неожиданно. Итак, состав: малина, белая роза и сахарный миндаль. И, конечно же, этот необыкновенный флакон. У меня, кстати, есть еще один аромат золотой, вот золотой розы, и я его купила, честно, только из-за флакона, а потом только поняла, что он мне нравится. Но тот более на зиму, а этот действительно весенний. Что он мне напоминает? Я, кстати, здесь не чувствую эту розу, я чувствую что-то, знаете, белая сирень, вот что такое мне напоминает этот аромат, просто клевый, даже хочется его сейчас немножко вот так вот распылить, вот именно на весну, пока еще нет жары, потому что в жару он будет, мне кажется, немножко тяжелить. Потому что я им уже пользуюсь и в марте, и в апреле он мне был просто в удовольствие, и вот немножечко еще сейчас пока, но потом он будет сладким, и я его опять уберу до осени. Итак, что еще хочу сказать про этот аромат? Он очень женственный, он показывает какую-то утонченность, мягкость, такой, ну, показывает такую девушку, прям стройненькую, необычно, и очень приятный. А сейчас мы с вами посмотрим, то есть мы сейчас говорили о более таких легких дневных ароматах, а что же делать вечером? На вечер я себе выделила два аромата. Один — это Divine Royale, тоже необычный аромат, но он, как вам сказать, есть ароматы вечерние, которые тяжелые, либо очень густые, я бы так сказала, что ты идешь и прям это облако за тобой, как шлейф, да, вот всех захватывает. И этот аромат, хоть он и восточный, он очень мягкий. Так, сейчас мы его найдем описание, потому что, ну, естественно, весь состав я запомнить не могу. Итак, восточно-цветочный, древесный, мандарин, амариллис и сандал. Вот сандал, конечно, он и дает вот эти вот ноты восточные. Итак, что я хочу сказать про этот аромат. Для меня было неожиданно то, что он не такой вот восточный, как я понимаю слово восток. Для меня восток ассоциируется с чем-то таким вот пряности, буйство красок. Это же очень нежный, очень нежный.
И кстати, этот аромат вы можете получить по акции вместе с лосьоном и кремом для душа. Если у вас в каталоге номер 6 будет заказ на 50 баллов, то в 7 каталоге вы весь набор берете за 599 рублей. Тоже хочу обратить ваше внимание, потому что, во-первых, цена очень привлекательная, во-вторых, аромат действительно привлекательный, и он будет приятным и в мае, и в июне, да, и даже в жару вечером, когда вот опускается уже легкая прохлада ночная, он будет очень классно звучать, по крайней мере мне он нравится. Но я не могу сказать, что этот аромат, как сказать, мой вызывает бешеный восторг, нет, но хочется иногда без восторга, хочется просто быть мягенькой, нежненькой кошечкой такой, вот чтобы мур-мур-мур, такое все такое классное. Поэтому вот этот аромат у меня ассоциируется именно вот с такой темой. И завершает мой мою майскую подборку аромат мой любимый Giordani Gold Essence. Я без него не могу, вообще в принципе не могу, потому что этот аромат делает, вот ставит, вот знаете, такой вот восклицательный знак — королева. Вот когда хочется быть вообще какой-то волшебной, но этот аромат не нанесешь на просто на повседневку, на обычную одежду, на обычную безмакияжность. Он именно обязывает подготовиться, именно обязывает собраться, и просто он дополнит последний штрих королеве. Вот состав. Давайте посмотрим состав. Цветочный, древесный, калабрийский бергамот, флер д'оранж, эссенза, сейчас подождите секундочку, поближе рассмотрю, ага, эссенза тосканская древесина. Вот я чувствую здесь как раз вот этот вот бергамот, и здесь же еще цветок не показывает, почему-то в каталоге нет описания, здесь цветок апельсина, и именно эта нотка вот именно вот с бергамотом, она дает аромату легкость. То есть хотя он и вечерний, и очень запоминающийся, яркий, когда этим ароматом пользуюсь, мне всегда говорят, как от вас вкусно пахнет, что это. Да, это именно вот такой аромат, богатейший состав, очень стойкий. Это парфюмерная вода, поэтому естественно стойкость намного больше, чем у туалетной воды, но он необыкновенный. Какой флакон, просто увесистый, такой тяжелый, здесь у нас золото, знак Giordani, ну мой любимый. Этот аромат со мной вот идет каждый сезон, я не могу от него вообще отказаться, потому что любовь, вот любовь. И если меня спросят, какой аромат, вот если все ароматы у тебя отнимут и можно будет оставить только один, то я скорее всего выберу его, пусть даже на день я буду одну каплю его просто вот делать, такое вот распыление, и входить в него, чтобы был легкий-легкий аромат, но в нем есть все, что создает мое настроение и дополняет меня как личность. Вот, вот такая любовь несказанное к этому аромату. Giordani Gold Essence завершает наш обзор, и я делаю вам подборку потом на июнь, на июль, да, каждый месяц я все равно буду менять ароматы, чтобы показать вам, как можно аромат в свою жизнь впустить, да, и сделать ее еще прекраснее. Спасибо вам большое за внимание. Напишите, пожалуйста, в комментариях, а какие вы ароматы больше всего выбираете себе сейчас на май месяц, с какими ароматами мы с вами, может быть, да, похожи, а может быть, совершенно нет. Я жду ваших отзывов. Пока-пока. Всем вкусного дня.